Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смелм, и сегодня я буду играть в Bimengen Drive. В общем, сегодня будем проходить всякие квесты, и намучаюсь же я с ними, так как это супер сложно. И первое, с чего мы начнем, я думаю, это погоня. То есть я в роли полицейского буду ехать за лихачом. Если это та миссия, я ее не проходил, я пытался, но я же говорю, что мы сегодня намучаемся, точнее я. Это же пипец, короче, сложно. Так, начинаем. Как видите, вон лихач. Вот мы на машине. И едем. Здесь нельзя врезаться. Блин. Ну все, короче, видите, очень ужасная машина в том плане, то что она очень заносится, во-вторых, видите, рулевая рейка опять сломалась. Почему говорю опять, потому что вчера я ее ломал раз. Да. Ладно, попробуем еще раз. А вы пока что поставьте лайк. Так, подпишитесь на канал, конечно, и жду вас на новых своих видео, чтобы вы опять поставили лайк и написали еще комментарий. Тут тоже напишите. Да ну, это издевательство. Так, доехал до того момента. Это издевательство. Классно, доехал. Ладно, давайте заново. Не-не-не-не-не. Ладно, нормально, держимся. Не держимся. Угу, класс. Да. Нет. Да что? Идеально прошел тот поворот. Сейчас еду. И, как видите, уже преодолел достаточно большое расстояние. Пытаюсь максимально аккуратно это делать. Конечно же, уже раз в пять, наверное, я умер. Если так можно сказать. Очень на большой скорости, на самом деле, становится сложно управлять машиной, но главное в занос не уходить. Давайте. Спасибо, конечно. Чтобы воняли, я сейчас не поворачивался. Это все поворачивает теперь рулевое. Это рейка. Надеюсь, это так называется, а то я все видео буду говорить, что это так называется, а на самом деле не так. И вообще, я дурачок. Да-да, спасибо. Спасибо. Куда? Куда он поехал? А вон, вижу. Ну нет, ну почему, ну за что? Ладно, пойду сейчас заново проходить. Ну почему? Так, успешно идем, прошли поворотик. Я прошел поворотик. И, кстати, водителя-то нету, но это не беда. Так, едем по этому. Ну вот как? Нет, давайте не надо. Я пойду в другую миссию, потому что мне уже лень играть. Испытание слалом каким-то. Уворачивайтесь от блоков за рулем и буши сковет. Сохраните скорость и баланс между педалью газа и рулем. Непонятно, в чем прикол, но ладно. А, я понял. Короче, едем, давай. Быстрее надо. Это миссия такая. Интересно, конечно, интересно. Успех. Первое место получил. Случайно повторить нажал. И давайте сейчас будем ехать на новые испытания.
Итак, прошу прощения, потому что дальше будет другая игра, FNAF симулятор точнее, потому что у меня была проблема с записью, она сильно лагала, до этого вы тоже могли замечать это, но во FNAF вроде нормально было. Итак, продолжаем специально для вас, я буду еще играть в одну игру, потому что давайте поиграем во FNAF 3 сразу. Так, что тут нужно делать? Тут нужно играть за аниматроника. Ходить за него и пугать человечка. В общем, все просто. Остужу, да? Вы не видели, что там было? Вон, там кровь всего лишь. Ну, это, точнее, не кровь, это кетчуп. Кетчуп кто-то размазал. Это в пиццериях все-таки. Демоны разговаривают непонятно. Есть. Так, сейчас будем за... это FNAF первый за этого... За Фреддика. Фредди. Мишка. Вот. Фредди Фазберс. Так, идем. Пока что идем. Вот и все. Сейчас будет громко. А, надеюсь, я на монтаже не забуду делать. И на этом видео подошло к концу. Всем пока. С вами был Смяу. В общем, было, надеюсь, вам интересно. Поиграли сегодня и в Мимку, и во FNAF, можно сказать. Все. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под это видео. Рекомендуйте видео другим. Всем пока.